Азербайджанский коньяк, азербайджанские генералы. Дерни стопку. Дай дёру. Вот уже несколько недель не стихает скандал между Азербайджаном и Грузией за монастырский комплекс Давид-Гареджа, исторически принадлежащий Грузии, но из-за халатности советских властей этот монастырский комплекс оказался яблоком раздора, так как по его территории советы проложили границу между грузинской и азербайджанской ССР. А после развала СССР граница стала межгосударственной. Разбазаривание и выкраивание границ национальных республик было одним из излюбленных занятий Кремля. Все мы помним Московский договор, который передал Турции часть Грузии, а также часть Армении в лице Карской области, Сурмалинского уезда, далее Нахичевани, Карабаха. Подобных Московскому договору было не один и не два. Теперь детям и внукам приходится расхлебывать все то, что оставили после себя уверенные в себе и недальновидные властимущие коммунисты. Грузинский монастырский комплекс Давид-Гареджа не только грузинский, но и всегда находился полностью на территории Грузии. Об этом свидетельствуют и источники, оставшиеся, начиная с IV века. Кое-что имеется об этом и в Ереванском Матинодаране, и исторические карты, среди которых карта 1723 года Гийома де Лиля. В центральной части карты перед вами кресты и горы. Это и есть Давид-Гареджа. А пунктирными линиями обозначены границы. Обратите внимание, она много дальше от монастыря. Кстати, внутри самого монастыря имеются и надписи, большая часть из которых на грузинском языке и небольшая часть на греческом и армянском языках. И это нормально, ведь монастырь на то и монастырь, чтобы там отправляли свои духовные потребности христианские монахи. Но Азербайджан не был бы Азербайджаном, если бы не переименовал монастырь на свой лад, назвав Кешикчидах с перспективой подключения к истории своей страны. Мотивация, придуманная властями Баку, Давид-Гареджа, он же Кешикчидах, дай бог выговорить, не грузинский, а, внимание, албанский монастырь. В отличие от грузин, армянам уже лет 30, как известно, как легко и просто Азербайджан все архитектурные памятники Армении причисляет к албанскому. И дело не только в Арцахе, Карабахе, но и Ереване, Эчмиадзине, вплоть до армянской Тикиликии. Такое ощущение, словно Академия наук Азербайджана использует государство Кавказская Албания, не имеющая, кстати, отношения к нынешним азербайджанцам, в качестве туалетной бумаги. Я бы рекомендовал все же пользоваться водой, как в начале 20 века, а бумагу в лице Кавказской Албании оставить в покое. Во-первых, Кавказская Албания была всегда слабее той же Армении и Грузии и полностью зависела от них как культурно, так и религиозно. Известно, что там все богослужение было на армянском, а общение между ними на разных кавказских языках, лезгина и аварской подгруппы. И никакого тюркского и тем более азербайджанского. Во-вторых, нет никаких сведений в истории, что Давид-Гареджа принадлежал албанам. Кроме того, неужели ни одному интеллигентному человеку в Баку не придет в голову задаться вопросом, если этот грандиозный комплекс принадлежал Албании, то почему у него нет албанского названия? Почему Кешикчидах? Ведь Кешикчидах тюркское название. А какое отношение тюрки региона могут иметь отношение к христианскому монастырю? Отношение только одно. Тюркский Азербайджан, который бьется за монастырь и пытается сфальсифицировать его историческую принадлежность, забывает один исторический факт.
столетия этот монастырь являлся святыней христиан, грузин, армян, греков, возможно, и тех же кавказоязычных албанов, не спорю, в лице сегодняшних удин, например. Но кто несколько раз варварски уничтожал Давид Гареджа? Если кто-то не помнит, я напомню. В XI веке монастырь испытал нашествие турок-сельджуков, из-за которых монастырь местами здорово пострадал. Особенно его восточная часть. В конце XIV, начале XV века монастырь был разорен тюрком Тамерланом, прискакавшим конницей из Средней Азии. А в 1615 году вновь разорен персидским шахом Аббасом I из династии Сефевидов. Всех этих варваров азербайджанцы называют своими предками, азербайджанцами. Если это так, тогда получается, что эти самые предки азербайджанцев, тюрки из Средней Азии, разоряли Давид Гареджа. А теперь потомки этих самых варваров претендуют на христианский монастырь. Для чего? Да все просто. Они готовы претендовать на что угодно в регионе, дабы показать себя автохтонами. Мол, и мы тоже древний народ, и мы тоже хотим свой Христос иметь. К тому же эти хачики-шииты продолжают претендовать уже не только на Ереван, но и на Тбилиси, называя этот город своим древнеазербайджанским албанским городом. Как еще не приписали дополнительные прилагательные к азербайджанскому, албанскому, можно было бы и добавить шумерский, медийский, туранский, тюрко-монгольский. Смех да и только. О том, что претенденты никто и зовут их никак, сказал недавно и один из известных грузинских политиков. Среднюю Азию. Ваши предки проживали в Среднюю Азию. Наши предки вот строили эту культуру здесь. Вы из Средней Азии приехали. Вы не имеете никакой связи с Кавказом. Это тоже перебирает. Ваша территория дальше, чем Баку. Я всегда говорил, что если бы у Азербайджана был конфликт не с Арменией, а с Грузией, то ей пришлось бы куда хуже с информационной атакой из Баку. Грузины бы с удивлением узнали от азербайджанских уционах, что картвелы и грузины – это разные народы, что хефсуры – это азербайджанское племя хафсярь, которых Сталин огрузинил, что он еще огрузинил, например, арабов из Дубаи, и поэтому они эмеретинцы от Эмират. И главное, что грузинский флаг украден у скорой помощи. Все в этом роде. Армянам уже не привыкать, и армяне априори знают, к чему станут придираться выкормыши алиевского режима. Мой совет гражданам Азербайджана. Включите логику и обратитесь к мировой истории, истории человечества, а не истории Буниатова, Мамедовой, Гусейнова и прочих. Вашему народу всего около 100 лет. Не нужно ничего фальсифицировать и прикарманивать у соседей. О национальности азербайджанец не знали ни Пушкин в XIX веке, ни Есенин в начале XX века. Именно поэтому Есенин, будучи в Баку в начале прошлого века, назвал свой цикл персидскими мотивами, не азербайджанскими. А в стихотворении «Прощай, Баку» прощается не синью азербайджанской, а синью тюркской. Это говорит, что народ еще не был сформирован как народ. Тюрки да тюрки. Да что там Есенин? Вот статья из турецкого издания, где говорится, что азербайджанцев Сталин сделал из своего хияра. Турецкий профессор истории Ильбер Ортайлы, читая перед студентами лекцию, завел речь об азербайджанцах. Он сказал, нет и не было среди тюрок такого народа, как азербайджанцы. Азери – это азери, это был иранский народ. А азербайджанцы – это азербайджанцы, это новосозданный народ, и их создал невежественный грузин Сталин, вынув свой хияр.
Вашу защиту скажу, кто не знает. В турецком языке хьярыч карды дословно означает «вынул свой огурец», но в переносном смысле «создал из ничего». Тем не менее, для русского языка и то, и другое определение точно вписывается для сталинского создания. Что касается сегодняшней нашей темы вокруг Грузии и Азербайджана. Грузины, вы наши давние соседи, с которыми у нас было все. Армянские и грузинские народы вместе, рука об руку, отстаивали Закавказье, когда в регион вторгались варвары. Были победы, были поражения, было все. Армяне и грузины так давно живут рядом, что каждый имеет свои экзонимы. Армяне называют грузин врацией, грузины называют армян сомехи. Это ярко доказывает многовековое совместное сосуществование. Не каждый сосед имеет этноним своего соседа. То, что мы с вами имеем, это говорит о многом. Не дайте себя обмануть, чтобы потом не пришлось отбиваться и отстаивать свое собственное перед зомбированными соседями. Отстаивайте свое право на свое наследие. Ибо с востока и с запада хоть и услощают вас сокаром, но это неспроста. Они быстро размножаются и быстро албанизируют путем оболванизации. И помните, что сказал премьер Пакистана Беназир Бхутто за несколько лет до своей погибели. На всем панисламском пространстве есть только два препятствия, мешающих исламу сомкнуться. Это Армения и Грузия. Подписывайтесь на канал, на наши ресурсы антитопора, которые вы видите под этим видео, и оставайтесь с нами. До встречи!